Всем привет! Если вы хотите порадовать своих домочадцев, родных, близких, да и себя в первую очередь, во-первых, сходите в сеть магазинов колбасного цеха «Колизей», приобретите самое нежное, самое сочное мясо и приготовьте вместе с нами ассабуко по-итальянски в афганском казане. Берем нежнейшие свежайшие антрекоты от колбасного цеха «Колизей», нарезаем их на удобные кусочки и помещаем в наш афганский казан. Посыпаем солью и перцем и готовим до полуготовности. Следом вынимаем нашу свинину и добавляем нарезанные кубиком овощи. У нас это морковь, сельдерей, репчатый лук. Следом обжариваем овощи на сливочном масле. Добавляем вино, воду, либо бульон овощной, мясной на ваше усмотрение. После того, как мы добавили вино и воду, добавляем итальянские травы и лавровый лист. Добавляем муку и томатную пасту. Также соль, перец по вкусу. Тушим до полуготовности. Следом добавляем наше мясо и потом уже томим в течение полутора часов. Ну что, друзья, наша итальянская ассабука из свинины с нежнейшим антрекотом от колбасного цеха «Колизей» готова. Всем приятного аппетита вместе с колбасным цехом «Колизей».